Здрасте, Бардас. Самолет покрасил. Сегодня мы будем заниматься хэллоуинскими делами. Отлично, это хэллоуинские дела. Сегодня же Хэллоуин? Да. Будем делать летучих мышей, будем украшать мою комнату. Тыкву тоже. Тыкву надо найти и купить в магазине. Ну все, погнали искать хэллоуинские дела. Гоу? Гоу. Так, София, ну мы взяли свой картон цветной, взяли кисточку, акварель. Мы его даже краситься будем сегодня. Черная кишка. Черная киска, точно. И со злыми такими глазами. Вот, мы будем дома делать. Хорошо. И с злыми зубами. Классно, с черной краской. И усики. Договорились. Теперь отправляемся в карусель за тыквой. Вперед. Я смотрю всегда в своих мультиках любимых. Они мои любимые. Теперь они еще в книгах. И что это значит? Что это очень прикольно. О, вот, смотри, я же говорила. Да, это вот мой? Это знаешь кто? Кто? Вот, посмотри. Это вот кто. Это Малыш его зовут. Малыш. Его зовут Малыш. О, Бузяша. Ну а что, будем брать такие тыквы? Ну давай, хоть одну возьмем. Мне кажется, они все-таки это, маленькие какие-то. Ну пожалуйста. Пойдем сходим в овощи, сходим? Ну сначала одну возьмем. Не, не надо, положи, сейчас ну, вот так, пойдем еще куда-нибудь. Ну сюда. Вот сейчас точно упадет. Сейчас так обратно, не трожь, давай. Ну сюда. Пошли в это, в овощи посмотрим. Забирай свою тележку, поехали. Пойдем, я нашел тыквы. Вот они, смотри. Вот они, тыквы. Есть даже маленькие. О, смотри, это самая большая. Давай такую. Ну ладно. И из нее вот будем это делать? Давай лучше вот ну, эту. Ну это получит очень большая. Ладно. Какую из них? Какая больше похожа? Вот еще одна есть вот там вот. Вот эта вот еще одна тоже есть. Можно либо вот эту взять, либо вон ту взять. Вот ту. Вон ту берем? Да. Окей, берем ту. Купил себе. Вот мамбов мармеладки такие. Ну это не мармеладки, мамбов просто. Ага. И яйцо какое-то, не знаю кто это там. Непонятное? Ну да, какое-то животное. А я себе тыкву купил. Тыкву. Чтоб мою комнату украсить. Ну это тыква будет для всех. Ну да. Ну давай, знаешь, куда ее поставим? Куда? На кухню. Я хочу поставить ее на стол. Там белый стол. На белом столе эта тыква будет очень красиво смотреться. Черная киска.